Всем привет! С вами я, любитель всего интересного и необычного, Иван Людков. Сегодня мы продолжим эксперименты с водой. Я покажу вам, как ее свойства зависят от изменения плотности. Для опыта нам потребуются 2 литровые банки с водой, куриные яйца и соль. В первую банку мы налили воды и опускаем в нее яйцо. Посмотрим, что с ним произойдет. Яйцо тяжелее воды, поэтому оно опускается на дно банки. Во вторую банку мы также опустим яйцо, но добавим обычной поваренной соли. Посмотрим, что произойдет. Как мы с вами видим, яйцо плавает на поверхности, потому что соленая вода имеет большую плотность, поэтому в море плавать легче, чем в речке. Если мы возьмем третью банку побольше, например, 3-литровую, и будем подливать жидкость из этих 2 банок, то нам удастся получить такой раствор, в котором яйцо не будет идти ко дну и не будет всплывать наверх. Оно будет в состоянии подвешивания. Давайте попробуем. Как мы видим, эксперимент удался, потому что яйцо не опускается на дно и не всплывает наверх. Оно находится в подвешенном состоянии. На следующей неделе я расскажу и покажу вам еще один опыт или эксперимент, который можно провести у себя дома. Ну а если у тебя есть что-то интересное, то пиши на наш электронный адрес. Ну а несколько интересных минут с вами провел экспериментатор-любитель Иван Людков и оператор Евгений Токарев. До следующей недели. Пока!